Добро пожаловать снова на мой канал. В этом выпуске сериал «Друзья» и последние новости. Уже второй год мы ждем воссоединения и продолжения этого легендарного, крутого сериала. На мой взгляд, это один из самых лучших, а возможно и лучший сериал за всю историю кино. Как вам? Напишите свои комментарии. Смотрели вы этот сериал? Нравится он вам? Возможно, нынешняя молодежь даже не слышала о нем, а может быть и нет. Я сейчас так сказал, молодежь, как будто мне 90 лет. Ну да ладно, хотя мне там кто-то писал, что мне 50-60. Вот это, конечно, повеселили меня. Как вы узнали, что мне 60? Кстати, это значит 60. 50, сколько там до пенсии осталось, мне нужно обязательно сходить оформить себе пенсию. Если она, конечно, будет мне положена. Ну да ладно. Я с огромным удовольствием жду лично продолжение этого сериала, так как я пересмотрел все 10 сезонов, не один раз смотрел. Кстати, да, с 1994 по 2004 года шел этот сериал 10 лет и 10 сезонов, на минуточку. Это говорит о том, что рейтинги у этого сериала были максимально сумасшедшими, потому что 10 лет не стали бы снимать то, что не востребовано. Сериал этот показывали, конечно же, во всем мире, я так понимаю, и он знаком всем. Мой любимый лично персонаж в этом сериале — Фиби. Я ее просто обожал. За ее песни под гитару странные, за ее юмор. В общем, она такая странноватая девица была в этом сериале, но за это я ее больше всех любил. Я вообще люблю таких чокнутых, сумасшедших в хорошем смысле слова. А вы мне напишите, кто вам нравился больше всех из персонажей. И вот продолжение сериала «Друзья» начнутся уже со следующей недели. Это прекрасная новость. Долгожданное воссоединение любимых героев на экране наконец-то произойдет. Еще зимой прошлого года HBO Max объявил о том, что в мае выйдет продолжение сериала «Друзья». Однако мы знаем, по каким причинам съемки не состоялись. Пандемия всех усадила дома, и на этом все закончилось. Позже они обещали, что сериал выйдет в конце 2020 года, но в итоге ничего так и не произошло. Но зато уже со следующей недели легендарная шестерка приступает к работе. Об этом сообщил Дэвид Швиммер, сыгравший в сериале Росса. Также Дэвид рассказал о некоторых сюжетных изменениях. Оказывается, что в новом релизе он не будет играть своего персонажа Росса, а будет самим собой, то есть Дэвидом. Он говорит, что по сценарию ему ничего не было прописано. Он не будет в образе, а будет играть самого себя. Я не знаю, что из этого получится. Вообще, конечно, интересно посмотреть так почти спустя 20 лет. Они же, конечно же, все поменялись. Как это все будет? Какой будет сюжет? Сколько будет серий? Лично я жду с огромным нетерпением. Мне очень хочется увидеть это воссоединение, как это все будет, какой будет сюжет. Но вот видите, уже Дэвид рассказал, что он будет играть самого себя. Не знаю, насколько это будет весело. Надеюсь, что всем понравится. Поэтому, возможно, уже этой осенью или зимой мы увидим долгожданное продолжение легендарного сериала «Друзья». Напишите мне, как вам эта новость. Рады вы этому или вам вообще все равно? Возможно, кто-то его никогда и не видел и вообще впервые об этом слышал. Если вы не видели, обязательно посмотрите сериал «Друзья». Вам понравится. Такой легкий, юморной, комедийный сериал. Отдыхающий. Вот просто. Хотя, возможно, юмор не всем заходит. Мне кажется, этот юмор в этом сериале, он должен быть понятен всем. Поэтому вот такая вот была хорошая новость. Не забудьте поставить лайк этому видео. И жду ваших комментариев. Все обсудим, как всегда. Всем хорошего настроения. Классного дня. До скорых встреч. Не уходите далеко. И, как говорила одна известная ведущая, не ходить по инших каналах. А если все-таки ходите, то обязательно возвращайтесь ко мне. Я всегда вас рад видеть. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока.